Это отличная идея сделать фильм о таком простом русском парне. Думаю, люди, которые не очень интересуются хоккеем, по-новому посмотрят на эту игру. Так что хотелось бы увидеть этот фильм в прокате у себя на родине. Хорошо, чтобы было больше хоккея, как Черепанов трудился, эмоции. Да, особенно побольше эмоций, то, что нужно. Очень успешно.